Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Здравствуйте и добро пожаловать в программу «Планета бизнеса». Мы в Праге для поиска ответа на вопрос, как тратят средства европейских фондов малые и средние предприятия. Фирмы, чья цель инновации и развитие. Давайте посмотрим. Пять лет назад эта фирма, чей профиль емкости высокого давления, взяла курс на диверсификацию. Ей нужны консультации и деньги. Компания делает запрос в Европейский фонд регионального развития и получает без малого 1 000 000 евро, которые позволяют ей освоить производство котлов для сжигания биомасс, уникального продукта. Только наши котлы способны переработать солому целиком, без предварительного измельчения. Это значительно экономит электроэнергию. В этом и заключается наше преимущество перед конкурентами. Эта небольшая чешская фирма таким образом берет курс на экоэнергетику. Часть полученных субсидий она направляет на научные разработки и оптимизацию продукта. Немалый пакет вложен в подготовку персонала. Первые итоги диверсификации – выход на международный рынок и появление мотивированной, сильной, профессиональной команды. В 2009-м у нас работали 46 человек, сегодня 51. Конечно, это незначительная разница, но, учитывая уровень безработицы в регионе, уже неплохо. Мы одна из немногих фирм, сохранивших в кризис рабочие места. На какие критерии ориентируются фонды ЕС при отборе получателей и куда обратиться, чтобы получить помощь Европы? Деньги, которые выделили нашей чешской фирме, были заложены в бюджет Европейской политики развития и сближения регионов. Из него в период с 2007 по 2013 годы малым и средним фирмам было выделено до 70 миллиардов евро. Итогом стало создание 70 тысяч стартап-предприятий с общим штатом 250 тысяч работников. У предпринимателя должна быть своя история, в том числе кредитная. Он должен развивать бизнес в интересном для ЕС направлении. Его бизнес-план должен внушать доверие, четко прописывать задачи и сроки. Вы бизнесмен и, судя по всему, отвечаете критериям отбора получателей кредитов и грантов ЕС. Свяжитесь с информационным центром в стране вашего проживания. Мы представляем нужную информацию не только входящим в палату компаниям, но и предприятиям со стороны, которые заинтересованы в получении европейского финансирования. Мы помогаем им на всех этапах получения помощи. Не бросаем их. Для меня ключ к успеху – это технология, продукт и наличие средств на развитие. Разумеется, не обойтись и без специалистов, которые этим развитием займутся.